66-летняя Любовь Успенская уличила свою 30-летнюю дочь Татьяна Плаксина во лжи. Певица предоставила доказательства того, что девушка сама противоречит своим словам. Скандал в семействе исполнительницы привлек внимание многих звезд и поклонников эстрады. Татьяна рассказала в программе НТВ об издевательствах матери, после чего улетела в США к отцу. Любовь Залмановна рассказала о конфликте на шоу Андрея Малахова. Успенская уверена, что дочь выставляет ее в невыгодном свете ради наживы. Очередное этому доказательство звезда шансона предоставила сегодня. Она опубликовала фрагменты двух передач с участием девушки. В одном из шоу Татьяна рассказала, что отец не интересовался ее жизнью, а в другом заявила, что у них всегда были теплые отношения. Певица обвинила не только дочь, но и телевизионщиков. Мизерное количество зрителей обратили внимание на то, что в каждой из программ, в которых так рьяно обсуждали и осуждали мою семью, утверждения Татьяны не то чтобы категорически противоречили друг другу, но ощутимо разнились. Мне ли не знать, как время от времени работают на телевидении? Свет, камера, мотор, а дальше все по сценарию, написала Любовь Залмановна в Инстаграм. Дочь Любови Успенской обвинила ее в алкоголизме. Певица ответила на выпад Татьяны. Звезда оставила дочь без денег.